Привет! Я думаю, что вы знаете, что я, как всегда, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта AliExpress. Как вы знаете, грядет огромная распродажа 11 ноября, которая бывает только раз в году, и там реально можно сэкономить. Конечно, есть недобросовестные продавцы, которые сначала искусственно завышают цены, потом понижают до обычной стоимости, но я в течение месяца пристально следила за теми товарами, которые меня интересовали, потому что у меня планируется одна довольно крупная такая покупка, и покажу вам свою корзину также в этом видео. Возможно, вы тоже что-то для себя найдете, точнее, возможно, вы тоже для себя что-то возьмете на заметку, потому что там именно те товары, продавцы которых не завышали искусственно цены, а действительно будут делать скидку 10, 20, 30 евро, ну, зависит от того, конечно, какой это товар. Так что сегодня вам все покажу, и в самом видео покажу те покупки, которые успели до меня дойти, которые я посмотрела уже, какое качество, поэтому могу вам смело их порекомендовать. Все остальное, что дойдет ко мне в течение вот этой недели, я тоже включу в это видео с рассказом подробным о качестве этих вещей, и также сделаю примерку, если того будет требовать, в общем, эта вещь. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Ну и давайте уже приступим к покупкам. Как-то так получилось, что в этом видео будет достаточно много вещей именно из одежды. И первое, что я вам хочу показать, это вот такие замечательные, пушистые, мягкие тапочки, которые я заказала. Ну, я думала, что вообще оставить себе их, потому что в прошлом году я заказывала уже две пары классных тапок и с огромным удовольствием их ношу. Но так как у нас бывает достаточно большое количество людей дома и праздники разные, справляемся вместе, то тапок бывает часто не хватает. Поэтому я взяла еще одну пару, но когда я на них посмотрела, мне показалось, что они будут отличным подарком в дополнение к какому-то другому подарку кому-нибудь из родственников. Я взяла себе 38 размер, и если вспомню, у кого есть 38 размер дома, если положу в подарок, обязательно закажу себе тоже такие, потому что они просто нереально мягкие, нереально удобные. Мне понравилось, что у них здесь есть, ну, как бы два таких ремешка, поэтому они очень комфортно сидят на ноге, комфортно и надежно. Точно нога из них никуда не выпадет. Поэтому, если вдруг вы находитесь в поисках классных, недорогих тапочек, то советую присмотреться к этим. Были тоже разные цвета, вы просто на любой вкус найдете, но я выбрала себе именно такие, потому что сейчас нравятся такие вот коричневые цвета. Вот, так что рекомендую к покупке, и ссылку оставлю в описании. И следующей моей покупкой тоже были еще одни домашние тапочки. Такие я покупала и показывала вам в январе. С ними абсолютно все в порядке, они в первоначальном виде, только белого цвета. В этот раз я взяла такой припыленно-розовый. Это вообще мои самые любимые, их чаще всего я ношу. Я взяла 36-37 размер, и в принципе мне кажется, что они идут в размер, поэтому можете ориентироваться по моей ноге. Я не знаю, говорила я или нет, качество абсолютно никаких претензий нет, и как подарок они подойдут, потому что не стыдно такие подарить, и для себя любимой тоже можно такие купить. Цвета были, как я уже сказала, абсолютно разные, но я вот выбрала себе в этот раз, потому что они как-то более, точнее, они менее марки, чем, например, белые. Так что тоже могу смело вам рекомендовать их покупки. Следующая моя покупка была уже для льва. Это вот такие непромокаемые ботинки. Стоили они недорого, в районе 11 евро, но нам сказали в садик приносить все, что не жалко, потому что они там на прогулке и падают, и валяются. Поэтому в повседневной жизни мы покупаем либо Котофей, либо Викинг. Но что-то в садик, как сказали, я приношу то, что, в общем, не жалко туда отдать. И тоже по поводу качества ничего плохого сказать не могу. Сделаны они хорошо, нигде клея, ничего этого не видно, очень аккуратный. И здесь есть вот такой металлический шильдик, где написано fashion. Почему-то практически на всей китайской обуви пишут fashion. На самом деле меня это раздражает, лучше бы ничего не было. Ну, здесь вот, к сожалению, есть. И вот такие замочки. Здесь голова Микки Мауса. Вообще заказала ему красному softshell непромокаемый. Мне показалось, что, как у Жанны Агузаровой, эти желтые ботинки будут классно на нем смотреться. На его стопу 16,5 сантиметров. Я взяла 27 размер для того, чтобы можно было, если что, одевать ему еще теплый носок. На дождливую погоду просто отличный вариант, поэтому для ваших детей тоже могу порекомендовать. И следующая вещь, которая тоже меня очень порадовала своим качеством, я ношу ее уже второй месяц. Базовая вещь в гардеробе, вот такая вот водолазка. Просто отличного качества. Знаете, материал такой, она настолько мягкая, что похоже, как будто это кашемир. Ну, конечно же, это не кашемир за эту стоимость, но
все равно это не умаляет никак ее качеств, потому что она безумно приятная к телу, в ней абсолютно не потеешь, и она достаточно теплая, и что самое главное, она не просвечивает. Размеры там, по-моему, были либо one size, либо я взяла себе S, но это я обязательно уточню в инфобоксе, либо напишу где-то здесь. Все могу посоветовать эти водолазки, там очень есть красивые цвета, базовые такие, повседневные, и я, например, жить не могу без этих вещей, потому что мне всегда нужно, чтобы горло было прикрыто, а шарф носить я не могу, мне в нем как-то неудобно, поэтому водолазок у меня в гардеробе очень много, и чаще всего я покупаю их в Zara, и вот это примерно такое же качество, если не такое же, а может быть даже лучше. Поэтому всем рекомендую к покупке, ссылку найдете в описании под видео. Пара, которую я сегодня вам показала и покажу дальше, вы можете приобрести с хорошей скидкой именно 11 ноября, в период самой большой распродажи, которая бывает на AliExpress. Распродажа будет длиться всего 2 дня, и скидки будут достигать до 70%. Это единственный день в году, когда вы можете купить практически любой товар, не переплачивая. Ну и выжать максимум с покупок вам поможет кэшбэк. AliExShops на время распродажи увеличил его аж в 3 раза, но для того, чтобы им воспользоваться, вам нужно будет перейти по ссылке, даже если вы уже зарегистрированы. И кэшбэк от AliExShops будет увеличен в 3 раза. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке в описании, а если зарегистрирован, активировать лети-код лети1111 в своем личном кабинете. Еще не все. Среди тех, кто совершал покупку 11.11 вместе с AliExShops, будет разыграно 12 айфонов. Одна покупка равна одному билету, поэтому дерзайте, не упускайте такую возможность. Я отобрала для себя несколько товаров, которые прям горю желанием купить со скидкой 11 числа на распродаже. И также напоминаю вам, что если вы кладете товар в корзину заранее, то бывает так, что можно получить разные купоны на скидку, потому что AliExpress очень любит их раздавать. И ссылку на регистрацию в AliExShops я обязательно оставлю в описании под видео. Также вы можете найти там ссылку на скачивание расширений. Я сейчас только с расширением совершаю практически все свои покупки. Так что обязательно участвуйте 11.11 в распродаже на AliExpress, забирайте свой кэшбэк и возможность выиграть один из 12 iPhone 12. И следующая вещь, которую я заказала уже для 13-летней племянницы, которая только сейчас узнает, что такое макияж, начинает краситься, это вот такая палетка. Она попросила меня выбрать что-то на свое усмотрение, и я решила уже купить такую знакомую марку. Наверное, считается как iMagic. Я покупала у них одну палетку очень классного качества. Я уже показывала ее, там такие бордовые и золотые оттенки, поэтому, в принципе, мой выбор пал сразу на нее. Очень многие блогеры американские делают с этой косметикой макияж. У них там есть в интернете страница, и можно посмотреть, кого они отмечают, и про нее очень часто также снимают видео. Я все время думала, что мне напоминает ее качество, очень похоже на палетки Lime Crime, у меня таких есть несколько, но оригинал, естественно, и вот по качеству они очень похожи, что матовые оттенки, что дуохромы. Сейчас покажу, как она выглядит внутри. Упаковка очень классная, картонная, на магните. И внутри эта палетка выглядит следующим образом. Вообще цвета здесь есть как повседневные для повседневного макияжа, так и для того, чтобы экспериментировать. И здесь есть просто нереально крутой дуохром. Вот так он выглядит. Похож на хвост русалки. Переливается разными цветами. Фиолетовый, зеленый, какой-то, ну вообще цвет морской волны. Нереально крутой. Качество просто супер. И могу порекомендовать вам, если вам не нужно там бренд, не обязательно, если вы просто хотите хорошего качества палетку за разумные деньги, то могу порекомендовать, потому что действительно косметика очень классная, и тени это не единственный их конек, у них есть и карандаши для бровей, и много чего еще. Это вот так выглядят дуохромы, перламутровые оттенки, сатиновые, и что касается матовых оттенков, то тоже качество просто супер, посмотрите, нереально пигментированные, не делятся на мел и пигмент, очень классные. Так что могу всем порекомендовать. Я осталась довольна покупкой и надеюсь, племяннице тоже эта палетка понравится. Вот это сводчи буквально там в одно касание без базы на сухую руку сделаны. Супер. Здесь есть большое зеркало, что очень удобно, можете в него краситься. Так, блин, руки грязные, хотелось бы еще несколько цветов показать, но я думаю, что я сделаю потом отдельное кусочек видео. И знаете, для меня еще очень важным показателем в таких палетках является, если они есть, конечно, это матовые черные оттенки. Вот, посмотрите, он прям черный-черный-черный и не осыпается никуда без проблем. Вот набирается,
Вот тоже в одно касание буквально сводж сделан, поэтому если ищете что-то такое интересное, то к этой палетке я могу посоветовать присмотреться. Еще одной из очень долгожданных покупок был вот такой вот чайник от марки Xiaomi. Вообще в планах сделать сейчас умный дом, чтобы максимальным количеством предметов можно было управлять с телефона. Чайник на 1,5 литра. Что в нем хорошо, это то, что он управляется с телефона. Единственное, что он не включается с него, хотя я искала такую функцию, видимо, это в Pro-версии. Это самый обычный и обошелся он мне в районе 50 евро, по-моему, на момент 11 числа, когда будет распродажа, на него тоже будет действовать скидка. На максимальной температуре чайник разогревается за 5 минут. С телефона вы можете контролировать ту температуру, которая вам нужна. Минимальная, по-моему, 50 градусов. Это подходит хорошо для приготовления смесей. И также можно включить функцию поддержания тепла. Тоже вам продемонстрирую в приложении, как это все дело выглядит. Так что, если вас этот чайник заинтересовал, то обязательно присмотритесь к нему. Все пришло вот в такой коробке. И сверху была еще одна большая картонная коробка, ничего не повредилось. Опять же, привез мне курьер, который в прошлый раз привозил мне робот-пылесос. Вот, так что все в порядке. Очень довольна покупкой и дошел он ко мне за 7 дней. Показать еще несколько покупок своих предыдущих, но на которые вы тоже можете обратить внимание. Это вот такой замечательный небольшой термос, который мы специально покупали для прогулок с ребенком. И что же в нем примечательного, это то, что он имеет датчик температуры, и вы всегда будете в курсе, какой температурой вода у вас сейчас находится в термосе. Он также идеально подходит для приготовления детских смесей, если вдруг вы берете с собой в дорогу. Качество вообще очень-очень классная. Можно было выбрать разные расцветки, но мы выбрали вот такой голубой. Все в нем отлично, поэтому тоже могу рекомендовать к покупке. И следующая покупка была совершена уже для моей мамы. Это два вот таких вот ножа. Один она увидела у нас. Это нож шеф-повара, который я показывала в одном из видео и тоже себе захотела. Ножи прекрасного качества. Эта марка мне очень нравится. Я обязательно ее укажу где-нибудь здесь, потому что не знаю, как она точно читается. Не хочу коверкать. В течение практически года мы пользуемся своим ножом, и он все точно такой же острый. Приходят они вот в таких чехлах, и сверху была еще коробка. Вот, они одинаковые, только разные, получается, по размеру. Один нож вот такой вот. Нереально просто острый. Это те, кто любит именно острые ножи и ищет хорошее, чтобы было соотношение цены и качества, то советую присмотреться именно к этой марке. И другой нож вот такой вот. Так что могу смело вам рекомендовать их к покупке. Ссылку обязательно оставлю в описании. У них вот такие вот ручки. Абсолютно нет никаких нареканий. Далее, к чему я советую присмотреться на распродажах, это всевозможные гирлянды. Одну хочу показать вам, которую я купила где-то 2 года назад, и до сих пор она безупречно работает. Это, наверное, моя самая любимая из подобных покупок на AliExpress. Стоила она очень бюджетно, но, тем не менее, качество у нее просто отличное. Это металлические ананасы. Очень красиво. И я постоянно использую эту гирлянду во время праздников, Рождество, Новый год, поэтому смело могу вам рекомендовать ее тоже к покупке. И следующее средство, которое я тоже могу вам смело рекомендовать, это вот такое мыло для бровей, которое я уже заказываю 2-й раз. Правда, 1-й раз оно у меня было немножко в другом формате. Вот коробочка. Оно уже практически закончилось, и поэтому я решила купить новый и выбрала себе вот такое. Она более компактная, ну и по цвету мне больше понравилась. И в комплекте идет вот такая кисточка, и на другой стороне скошенная кисть. И сам продукт выглядит следующим образом. Это маленькая металлическая коробочка, и здесь находится средство для фиксации и укладки ваших бровей. Кто-то мне говорил, что можно заменить мылом. Нет, на самом деле нельзя. Я пробовала все варианты, и мыло оставляет белые катышки какие-то на бровях. Чего не скажешь об этом продукте. Хватает его на очень долго, год точно, потому что в предыдущей версии у меня еще осталось даже чуть-чуть. Вот, поэтому всем рекомендую к покупке, очень классное средство, даже если я не крашу брови, укладку я делаю им всегда. Поэтому всем могу рекомендовать к покупке, на момент распродажи, наверное, будет стоить 90 центов, мне так кажется, но ссылку я оставлю, и там вы сможете посмотреть, какая стоимость. Вот на сегодня это все покупки, которые я хотела вам показать. Если у вас есть какие-то вопросы, если вдруг вы хотите, вот как одна девочка мне написала, я в предыдущем видео показывала набор для кухни, она хотела посмотреть фотографии поближе реально, вот я ей присылала, то вы можете мне
написать на почту, если вас что-то интересует, я снизу ее оставлю. Может быть, вы хотите и фотографии поближе, может быть, кусочки видео, я без проблем сниму и все вам покажу. Не стесняйтесь, обязательно пишите, и увидимся в следующем видео. Пока!